Дорогие друзья, 5 марта сего года в Большом театре Республики Беларусь будет небольшое, не очень значимое, но событие. Будет дан спектакль «Соломея», который приурочен к моему 50-летию. Ну, возраст не очень солидный, но тем не менее, все-таки полвека прожито. Все-таки полвека прожито, и почти 10 лет уже я работаю в Беларуси. Я буду рад встретиться со всеми вами перед спектаклем. И мы сможем поговорить обо всех вопросах, которые возникли у вас ко мне. Приятно, неприятно. Вы можете спросить и высказать мне все, что вы захотите, все, что вы посчитаете нужным. Жду вас.